В этом году в Краснокамском районе подлежат диспансеризации более 4000 человек. На сегодняшний день осмотрено около 40% населения, но не у всех по различным причинам есть возможность приехать в центральную районную больницу на обследование. И чтобы максимально приблизить медпомощь сельскому населению, руководством ЦРБ организован выезд в село Никольское. На этот раз к выездному медосмотру присоединились и специалисты со своим оборудованием с Центра здоровья из Нефтекамска. Дышать не тяжело? Нет. Кратковременно слабость, онемение в одной половине тела не бывает? Ну, когда тяжелый, это понимаете? Не так-то нет. Голова не кружится, что надо за посторонней помощью обращаться? Нет. В этом году село Никольское подобная выездная диспансеризация посетила уже в четвертый раз. Специалисты стараются посещать медпункты каждый месяц. На месте проводятся лабораторные ультразвуковые исследования, электрокардиограммы и маммографии. Пациентов осматривает акушер. Всего в Никольском сельском поселении проживает 800 человек. В прошлом году среди выявленных болезней у жителей лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочная, сахарный диабет. Медпункт в Никольском обслуживает жителей 5 деревень. Это Апасево, Ведрисево, Кувакино, Никольское и Бектимерово. Всего в этом году тут должны пройти диспансеризацию 150 человек. Жители довольны тем, что имеется возможность пройти медосмотр, не выезжая в районный центр. Врачи говорят, что пока все подлежащие диспансеризации жители не пройдут медицинский осмотр, такие выезды будут продолжаться. Как правило, процесс осмотра жителей продолжается до конца года.